Друзья, а с вами Денис Гик и клуб Ардуино, и на столе у меня, видите, кучу различных деталей, которые составляют единое целое. Это набор, комплект для сборки робота-машинки, но это не обычная машинка, это машинка на базе ESP8266, Wi-Fi-овская, с предположительным вариантом управления ее с помощью смартфона. Давайте я немножечко сейчас расскажу о комплектации, потом все-таки ее соберу, прошью, поуправляю и покажу вам, что у меня получилось из этого. Значит, мозги всей этой штуковины, это плата ESP. И вы видите, конвертер у нас здесь не CH340, а CP2102. Это уже радует. То есть такая, это, кстати, платка более меньше. И вы видите, ноды MCU, Amiga, производитель. И здесь что-то еще дальше там написано. Я таких, кстати, еще не видел. Значит, шилд под нее. Это не просто шилд, это специальный шилд под плату управления уже с драйвером. Здесь у нас стоит микросхема, я думаю, вы все знаете, L293 драйвер. Вот так вот. Вот, да, видно, 293 драйвер. Только он в SMD-шном уже корпусе. Не такая большая штуковина, как в обычных комплектах, а уже все это классно. Шилды. Кстати, такие шилды есть, платы расширения, просто для, ну, с кучей портов, с питанием там и так далее, для ESP-шки. Это очень удобно, кстати, и комфортно. Значит, отсек батареек рассчитан на установку 4 батареек типа пальчик. 2А, да? Да, 4 штучки. И провода от него выходят, но что-то как-то пока запутаны. Ну, это неважно. Так, давайте. Движущая часть, это два мотора. Кстати, из минусов я бы назвал, что провода, которые должны быть как бы, ну, это вроде как набор комплект, они должны быть распаяны, но нет, пользователю придется все-таки паять самому, но ничего страшного. Значит, здесь особенность этого двигателя, это высокооборотистый двигатель, здесь установлен редуктор, слышите, как он двигается, и здесь есть специфика. Вот здесь у нас вот две стороны с одинаковыми выходами. На один из них валами, да, со скосами. На один из них одевается у нас колесо. Ну, кстати, это хорошо, что они туго садятся. То есть просто так вы не всунете, надо приложить усилия. Таёк. Во. То есть приложить. А на второй одевается специальный датчик просвета, или как его там называют, счетчик оборотов, то есть и так далее. Такая вот штуковина одевается. Тоже, кстати, с усилием. И это хорошо, потому что в некоторых комплектах были с люфтами. А здесь даже немного не подходит. То есть придется, может, возможно, чуть-чуть даже подпилить. То есть это хорошо, что оно туго, чем с люфтами. Потому что с люфтами устранять хуже. Кто-то там и термоклеем заливал, и этот. Но были такие случаи, значит. И обратите внимание, что на одной стороне... Но здесь не подписано, на какой должна быть какая штука. Но на одной стороне специально выход под вот это вот колесико датчика. На второй под... движущее колесо. Обратите на это внимание. Когда вы соберете его на платформе, у вас станет все понятно, потому что здесь есть специальный вот паз. Но я не помню, в какую сторону он будет должен идти, а по конструктиву уже на плате станет понятно. Я уже соберу и уже точно скажу. Так, это мы рассмотрели. Обычное мебельное, я бы сказал, колесико направляющее. Оно на подшипниках может даже чуть-чуть подклинивать. Потому его лучше смазать и, возможно, даже приклепать, если слишком большой люфт, если подклинивают подшипники вот здесь. То есть заклепать вот так вот. Чуть-чуть, но не сильно. Потому что может заклинить вовсе. Комплект. Комплект стоек, гаек, винтов, всего-всего-всего. Для того, чтобы все вот это вот прикрутить на платформу и продолжить ездить. Здесь есть краткий список комплектухи, которая идет у нас в наборе. И сама платформа, она из акрила. Это у нас специальная бумага, чтобы она не поцарапалась, пока доедет до вас. То есть это все отдирается, она прозрачная. Еще один нюанс, о котором я хотел сказать, это было замечено уже не в одном наборе, и не только в этих наборах, но и в других. Значит, смотрите, китайцы комплектуют вот такими вот перемычками, не знаю. Они надеются, что
Народ возьмет плату эту, там прошьет ее. Так, установит ее. Непонятно пока каким способом. Нет, здесь у нас все подписано. 0,3 вольта. А, вот так вот оно все-таки устанавливается. Так, ну я пока защелкивать не буду. И потом народ, как он должен соединить, допустим, вот эти вот выходы, входы-выходы. Как вот таким вот образом, куда их потом воткнуть. Ну это реально, ребята, косяк, просто грубейшее нарушение. То есть вообще эти выходы служат для расширения, там, возможно, для установки дополнительных датчиков, то есть так далее. То есть этот комплект, по сути, уже весь готов, но если вы что-то будете доставлять, вот эти провода никуда не подойдут, а нужны провода мама-мама. То есть там у нас папа-папа, нужны мама-мама, чтобы можно было там, где надо, куда нужно подключиться, да. И дальше уже подключать датчики. Датчики тоже обычно идут распаянные с штырьками. То есть именно нужен мама-мама, не папа-папа. Ну что, друзья, я продолжу собирать эту штуковину. Мне самому интересно, не терпится не поиграться. Итак, друзья, в следующем видео я расскажу и покажу подробный ворклог, как собрать вот эту машинку. Также будет статья на сайте подробная. Также как настроить приложение и с помощью него управлять нашей машинкой. Без каких-либо нюансов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Денис Гик и клуб Ардуино.